Так, ну что получается? Это мы сейчас еще все ветродуйки сдуем. В общем, я считаю, что эта штука при мощности моей штуки, триммера, 6500 оборотов в минуту, я думаю, что эта штука справляется прекрасно со своими обязанностями. Она абсолютно себя отрабатывает, если у вас объемы. Я думаю, что нормальная тема. Ну, понятное дело, что ребята сейчас ее доработают. Будет еще круче. Я доволен. Вот это синяя средняя жесткость. В общем, там сейчас будут еще какие-то жесткости пожестче, помягче. Любой вкус цвета.